Национальные танцы, мелодии и ритмы переплелись в едином венке дружбы. Закрытие фестиваля прошло в режиме нон-стоп. Яркие зажигательные номера сменяли один одного на сцене Ледовой арены. За три фестивальных дня иностранцы успели полюбить город и его жителей. У каждого гостя остались в памяти незабываемые истории и эмоции, о которых они обязательно расскажут на родине. Побывали в нескольких экскурсиях, освоили ваши достопримечательности, освоили вашу крепость, природу, улыбку встречающихся людей. Мы третий раз на вашем фестивале, ездим с огромным удовольствием, впечатления только самые восторженные, только самые хорошие, замечательная публика, замечательная организация, очень теплый прием для нас. В этот большой уикенд участники международного форума дарили свою самобытную культуру и национальный колорит. На протяжении всего праздника в Бобруйске царила атмосфера единства и братства. Очень теплая и радостная энергетика. Мы вчера были на площади, проходили всем маршем со всеми коллективами, и пока вот ждали начала, мы успели сфотографироваться со всеми участниками, нам никто не отказал. Мы успели потанцевать дружным хороводом со всеми участниками этого фестиваля. Поистине это венок дружбы мира и народа. Все гости очень добрые, гостеприимные, и вообще нам очень понравился город. Здесь находишься как будто дома. Очень уютно. Да, безумно приятно общаться с коренными жителями. Они относятся, правда, как к людям, которые не откуда-то приехали, а которые живут всегда вместе, и мы в одном доме. Ответным жестом за подаренное настроение творчество стало награждение коллективов участников и приглашение на следующий фестиваль «Венок дружбы 2021». Спасибо участникам фестиваля за творчество, вдохновение и неиссякаемую энергию, за то, что были с нами в эти праздничные дни. Уверен, покидая Бобруйск, гости и участники фестиваля оставят в нем частичку своей души, а наш город навсегда поселится в их сердцах. Гости пообещали приехать в наш город снова. Фестиваль «Мы ждем тебя! Ты лучшее время года!» До новых встреч! Людмила Любенцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.